Надоело играть в трэшовые игры? Тогда заходи на trashkey.net, где каждый может выиграть GTA 5, Dark Souls 3 или CSGO. Отзывчивая поддержка, а также бонус на счет каждому новому игроку. trashkey.net. Скажи трэшовым ключам «нет». Давай. Фу, я заел, идеально. Красава. Офигеть, он куда надо ехать? Что? Кусака! Всем привет, дорогие друзья, с вами Хайпер, и сегодня мы проходим с моими друзьями Кузакой, Дискачом и Джо Спином, да. Привет, ребята, привет. Всем здорово, дорогие друзья. Всем привет, дорогие друзья. Получается, Хайпер создал свой паркур. Летел. И, блин, это крутой, ё-моё, паркур, мне кажется. Очень крутой. Мне тоже кажется. Не, первый сейчас я, кстати говоря. Пожалуйста, идите. Ребята, взрывать друг друга же не будем? Не надо, я здесь знаю, как... Нет! А где вторая контрольная точка? Так, короче. Что там надо делать? Там надо сразу с предпоследней левее браться, к чекпоинту прыгать, и все, там так, он возьмется. Сейчас я постараюсь. Не, я так. Нет! Нет, держись! Нет! Я так это сделаю. Думаешь? Да! Все, сделал! Сделал! Эй, да в смысле, сука? Че, туда надо попасть? Ой, да? почти. Крутой скилл-тест. Блин, а что ты знаешь, Хайпер, здесь твоя баржа это? Не пропускает. Зачем ты ее такую сделал неровную? Я ее проехал и слетел оттуда. Я опять перелетел. Нет, я прям за тобой. Что ж такое, меня просто что-то... Что-то, блин, я на первом месте, но что-то... Ой-ой-ой, я заехал, наконец-то. Господи. Нет, что такое, вообще так сложно все делать. Реально сложно, да? Сложно мой мотор? Нет, потому что твоя баржа не пропускает меня нормально, или пропускает, и я улетаю. Да. Чё? Да, блин, а я заехал туда и... Блин, Джоспин, на мне прошло. Да, Джоспин! Смотрите, ребят, смотрите. Нет, мы не смотрим на тебя. Да, Джоспин! Стой, я то. Ты опять меня из тебя упал. Я только научился туда. Лучше этот, не F прожимай, а на байк назад садись, потому что... Да, байк... либо падайте. Если падаете, то чуть-чуть пройдите до конца, чтобы... Я уже туда прям докасался, и у меня... Не понимаю, почему у меня не получается этот гребаный шифт-тест делать? Давай. Я заел, идеально! Красава. Офигеть, он куда надо ехать? Что? Кузака! Капец, что за подстава, Кузака? Кузака, ты чё? Ё-моё, прям рядом специально закинул, вот гад. Не любит, когда кто-то первее его Ладно, взорви меня тоже, когда я туда заеду. Вообще, ты видел, сколько раз я пытался. Я отомстил за диско. Отомстил он за диско, в смысле? Ну? Нет, он нас... Он с колбас пошел. Просто взорвалось там, отлетело, и там еще взорвалось, и жало взорвалось. Ну я же говорил вам, что я человек-победитель, так что... Ну, да, и кстати, ребят, я финишировал, если что, там я за вами понаблюдаю. Да, ну, мы же говорили, что всем пофиг на тебя. Неужели ты не можешь освоить урок? О! Нет! Да. О, взрывай меня. Нет, я придумаю лучше наказание. Ну, куда? Какое наказание еще? Я бы знал, что по правому краю ехать надо. Я расскажу тебе о нем. А? Я расскажу тебе о нем потом. Когда? Потом. О, черный пиар сделаешь? Я взял чекпоинт, ладно. Так, ну все, пандусы, окей, хорошо. Их я прошел с первого раза без мучений. А, блин, а ну что такое? Ну почему здесь это вот так вот? Вот... Скач, переборщил. А что такое? Позора. Здесь перепарчивать. Давай. Я с первого раза прошел. Да, я дискача догнал. Аллилуйя. Все, поближе подъезжай. Кто, меня кто-то пытается взорвать или что это за взрывы были? Это так. Джо взрывает, по-моему, эти. А. Хорошая попытка. Ну почти видел. Этот Хайпер, посмотри, где я. И что мне делать тут? Ты видел? Видел. Нет, тогда, так я доезжал так миллион раз. Это понятно. Чуть-чуть назад отъезжай. Нет, тут оказывается такая штука, я почти взял контрольную точку, не знал, что там примерно. Я это прохожу. Сейчас ты тупанул, конечно. Да. Все. Поехал. Слушай. Там я не знал, что похлебнет. Жопа. Давай. Жопа, говно, моча.
Не идет. Ты не успеваешь почти... просто. Да успеваю. Что там такое, диско? Что там такое? Сейчас я тебе скажу, я смотрю за тобой. Вот да, вот сейчас у тебя будет поворот. Там вот, как сказать, вот эти деревянные контейнеры квадратные, там будет... вот это что было, друзья? Понятно. GTA вонючая. А я специально сделал здесь, чтобы ты... А почему они такие какие-то лаганые? Меня просто, меня лагнуло и отбросило. Давай, поехал. О, взял чекпоинт, да. Как ты прошел эти квадраты? Я что-то на большой скорости просто их прошел. Вот этот на самом первом не заезжал, потому что он какой-то перевернутый у меня был. Походу Джо обиделся. Походу сейчас сделаешь, значит, разгон чуть-чуть. Так, все, здесь опять... Не шире, а то таймер пойдет. Да здесь мне еще, наверное, здесь мне все что-то чекпоинт. Я тебе скажу, когда все. Что контейнер, что баржа-то? Это не от хайпера зависит. Это потому что они такие. Ну, сейчас я такой, жизнь такая. Братан. Ну все, 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 я это сделал. Сейчас упасть нужно на точку умудриться. А, это мы умеем. Лайт. Ты куда полетел, дурак? Не-не-не, все хорошо, все хорошо, все под контролем. Я не остался в живых, окей. Фух, повезло-то как тебе. Ладно, и как заехать теперь? Здесь хайпер, вот эта штука, да? Как-то хайпер чуть-чуть ты не... Полетел. Чуть-чуть не так, ну ладно. Ну да, это... Ну ладно, и все равно ты молодчина. Такой первый паркур... Это песня, которую я создал без всяких уроков. Ну вот именно, так что ты вообще красавчик, я бы сказал бы. Ну здесь, конечно, я на кисе месил, конечно. Нет, все хорошо. По сравнению вот с моей, это шедевр. Это вот, что? Окей, я подъехал опять сюда. Садкет, ты чё? О! Стой, да ты чё делаешь, Дискач? Так очень опасно было. Офигенно, я всё прохожу. Вот я не понимаю, как вот здесь проходить. Можешь прогладить вот здесь. Ты куда поехал? Я просто посмотреть, я подъехал. Сюда идеть, вперед. О, офигеть, остался как? Опасно. Чё ты делаешь? Как раз так дальше вот, я не знаю. Давай, лети! Попробуй долететь. Дискач, осторожненько. А тут и... Блин, все легко. Да не знаю, я... Ой, блин. Тихо. Кроме шифтеса, ребят. Так, да. Все. Что? Ладно, нормально. Допустим, я этого не видел. Ой, иди в попу, задолбало. Я просто до конца дошел, у меня байк умер. Гонимся, едем. Опять здесь по этим автобусам? Так, ладно. Дубль 2. Давай. Ну сейчас-то я знаю, как их проходить, да? Вот у меня сейчас хорошо получается вот эта хрень. Стой, нет. Ух ты, все, взял чекпоинт вот этот сложный. Зараза, я опять здесь. Не понимаю, как проходить эти. Попытаюсь сейчас долететь просто. Полетели! Здесь опять баржа, которая не пропускает. Отвратительная идея. Здесь опять баржа, которая не пропускает. Я не знаю, как на этих квадратных жопах проехать. Вот что. Да, это я не знаю, как ты сделал так. О! Она сама по себе так, слушайте, я специально. Так, еще шестесик. Поэтому 5 человек поставил всего. Ну вот правильно, в принципе. Ну и на крышу. А то бы она вообще бы улетела нахрен. Ага, хайпер, понятно. Здесь такая запарка у меня, ты только посмотри, я это прошел, не знаю как. Здесь еще по таким... Жесть, а дальше такие контейнеры классные, конечно. НЕЕЕЕЕ! В смысле, первые есть. Нет, да там просто эти баржи. Ой, научился по баржам заезжать. Блин. А там дальше опять шифт-тест по баржам? Да. Ну там не, там такой, они маленькие, но вот у них двойная стенка, поэтому... Вот, полегче, нет, Илья, да? Сложно. Нет, тихо, не падай. Ну здесь, да, но здесь главное... Все помедленнее делать. А так вообще паркур отличный. Он вроде не такой сложный, но все проходится. Он сложный, но все проходится. Вот. Потому что я не умею паркуры. Это первый. Короче, все, попробую. Ну, просто дыбки. Еще раз так вот два раза. Шеф-тесом, когда будет баржа. А как там надо делать, хайп? Считай, что сразу направо джойстик, чтобы у тебя. Ну, стик, точнее, чтобы он у тебя направо поворачивал. Ну не, да? И мина туда наверх случайно долетела. Я просто хотел отомстить за диску, потом хотел поугарать. Ой. Думал, что мы это пройдем, но ты это очень долго проходил. Бери мотоцикл, ладно, бери мотоцикл, и мы должны... Я не знаю, как я оказался здесь. Просто Джо Спин, он везунчик такой еще есть. Не может. Смотри, раз. На дыбках! Блин. Сразу на дыбки надо было приземляться просто. О! Так, отлично. Отлично. Надо сразу. Стой, нет, не падай. Все, взял этот чекпоинт, аллилуйя. Здесь отпускать надо в конце, правильно? Ух. Просто на секунду. Сейчас, короче, здание на здание надо на дыбках. Слышишь? Вот это сейчас у диска здесь будет. Да-да-да. Я не знаю, как это сейчас я прошел, но я прошел это.
О, черт. Финишировать? Не-не-не, ты че, у нас тут таймер пойдет. Я перелетел. Ладно, я пока что поиздеваюсь над вами. Так, Джоспин добирается, Джоспин добирается. Я взял долбанный чекпоинт, возле которого я был уже 5 раз. Но это совсем другая история. Так, а здесь что? Здесь Shift-S или просто... Там сильно дыбкин делай, прям на Ctrl, и потом вверх, и потом еще раз, и все здания проходишь, и мы наконец-то... Конечно, понятно. Надо отпускать их, в принципе? Да. Да, точно. Прикол. Я финишировал, парни. Ладно, погнали. Быстрее, быстрее, быстрее. А, я даже не финишировал. Мы даже не финишировали, отлично. Сейчас мы еще не финишируем. А, все, я забрался и все. Да, все, отлично, друзья, финишировал. Ну, ладно, пусть будет вторая позиция. Пофиг. Не, там на самом деле я, получается, вот как вы, левее. Я запись не включил! Я не включил запись, как я финишировал! Я просто... Подождите, дайте сейчас я объясню ребятам, подписчикам объясню. Значит, просто так получилось, что нам пришлось пару минут подождать Джо Спина, пока он финишировал, и я, чтобы не тратилось место на жестком диске, запись выключил, но увидели, что был в 2 метрах от финиша, и я забыл обратно включить запись, но там проехать-то, в принципе, это 2 метра. Это обычный дискач. Да, поэтому, ну все, да. Надеюсь, ничего страшного. Ладно, друзья, да, спасибо за просмотр, с вами были... Все, теперь можешь. Ладно, друзья, спасибо за просмотр. С вами были Кузака, Хайпер, Диско и Джоспин. Подписывайтесь на наш канал, и ссылочки есть в описании. Поставьте лайк. И оставьте позитивные свои, хорошие, позитивные, хорошие, отличные комментарии. Запнулся. Ну и всем, друзья, удачи и всем пока.